Здравствуй, любимый зритель! Ты слышишь Алексея Халецкого, а это значит, что ты на канале Лёша Играет и смотришь партию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm за Канаду. Если ты не видел первую серию, то рекомендую перейти к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать с самого начала. А всем остальным приятного продолжения просмотра. И по Британии, с кем будешь в Британии? Так, следующим ходом заканчивается, я так понимаю. Мне 150. Ой. Это американец, можно я пойду вот это, вот в воду, поплыву к Египту? Вот шпионов к нему позакидываю. 5 ходов до следующей эпохи, ну блин. Ай. Лёш, ты можешь жене уснести? Нет. Кто там рядом с Женевой? Мне не обязательно сносить, потому что сразу. Один выход у тебя нужно. Конечно, лучше снести, потому что иначе Египет может весь себя назад вернуть. Бразилия, Британия, сколько у вас еще союз будет с Египтом? У меня 8. У меня 7. Самолеты, вы в самолеты вышли? Нет. Да, но самолетам нужна нефть. Нефть, да? Американец, а ты вышел в нефть? У тебя справа от Балтимора, там в самом конце этого отростка, есть два ресурса нефти. И ниже... так, Цинциннати, ёпрос это. Ниже вот этого пустынного города еще есть один ресурс нефти. Третьему радиусу. Цинциннати. Давайте забаним научные города-государства. Согласен. Швед, давай. У тебя там наибольшая власть. Не, ну подождите. Посмотрите, у Египта 307 голосов. Надо просто посчитать. Я 50 отправил. Против. 100. Я 4 голоса против научных. Ты в дипломатических очках говори. Я 40. То есть это уже 240 у нас набралось. Еще кто? Так, сколько еще надо, чтобы победить? Ну еще где-то очков 70. Швед. Я 60 отправил. Америка, швед, у вас наибольшее количество. Ну, отправляешь.
Конго принимает народное ополчение. Отлично, все, теперь мне не могут моим апостолам ничего сделать. Вроде все прошло, нет? Науки чуть меньше не стало. Следующим ходом вроде бы еще будут. Если я правильно понимаю. Да, пересчет следующим ходом. Блин, я лучше тут вместо хоккейной площадки поставлю этот. Промышленную площадь. Так, в Галифакс надо перебросить наконец-то. Из Гамильтона. Не бегает. Я вот думал, сейчас, наверное, надо отправляет. Было против Нобелевки тоже голосовать. Не, а не за. Потому что уран от каждого университета это немножко жирно. Так, ну Конго я должен был, должен вроде как обратить. Ну, рассчитывается-то, что Швеция должна побеждать вот этих в Нобелевках. Я считаю, что никого банить не надо. Швеция, она не сильно имбовая нация. Ну, вообще даже не имбовая. За нее надо суметь сыграть. Ну, уловили в какой-то ебонус. Просто... Вот если б Швеция была вот на моем месте, вот я был сейчас за Швецию... С моим пантеоном, с моими чудесами, это было бы супер жестко. Потому что искра Божья и. Как это чудо называется, скажу. Оракул? Да, оракул. Это все. Француз, ты что, собираешься нападать опять? И я ему буду помогать. Ты в прошлый раз помогал? Нет. У вас был военный союз? Нет, у нас был культурный. А почему его война объявилась? Или она в любом случае Ну, потому что в любом случае, в любом союзе. Я думал только в этом. О, затопление пошло. Здорово. Thank you.
если я найду того, их, кто грабит то... районы, то я смогу грабить их шпионами. На самом деле, вот эта религия и ситуация в игре мне вполне могла дать победить, если бы у меня было время всех моих послов отправлять. Просто реально, ну, я не успеваю нифига. Так, я, по-моему, уже Конга нет, не обратил еще. Все еще не обратил Конга. Ну вообще 5 городов, а сколько у него их всего? Блин, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Один город надо обратить у Конга и все. Нет, наверное, фабрику не надо. Не надо. Блин, может... Джеймс Бонд. Нефть выйду, потом компьютеры. Энтри капера надо ускорить. Разве нельзя? Правда. Ну, на ученого накопил. Египет полную электрификацию проводится. Ну я не выйду сейчас в золотой век, один ход. О чем он тут нам говорит? О том, что он переходит на уран. Что мы можем сделать? Закидать его ураном, чтобы ему наверняка хватило. Сколько в этой Франции городов? 3 капера давайте построим в этих городах. 3 капера надо. Пять ходов. Чё долго как-то.
Если там выпадет такая резолюция. У меня тут француз собирается очередную гражданскую войну начать, судя по всему. Блин, что это за горы? Ну, если ты сейчас не приведешь танки, так, то сколько устаю. Четыре. Все, Конго я вроде обратил. Эти апостолы надо на Англию везти. Как мне еще американца обратить? Ну я просто так сдаваться не собираюсь. Может вот отсюда как раз приплыть к американцу, вот тут снизу. Блин, тут все пока залито. Нормальный век, отлично. Не знаю, пульс паровой машины. Так, Конго обращено. Мне кажется, француз тоже обращен. Так, я думаю, что надо делать здесь апостолов и отправлять вот так по морю, подплывать как-то. Они дружный союз. И... что вот сейчас все спадает, со всеми ни с кем не перезаключаем больше. Это кто говорит? Это Конго говорит. Так, давайте покупаем апостол. 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 А, там точно один броненосец? Ты мне скажешь сейчас? Там армада. Знаю. Армада броненосцев. А куда эта армада плывет? Один капер. Фу, Швеция, тут армия прям. Так. Я не знаю, что мне с Америкой делать. Хотя, слушайте, половина... Я... Мне Чарльстон надо обратить, и все, это половина городов Америки получится. Никто там больше, никто религию не, не основал, нет? Марсель, потом Чарльстон обращу и все.
Это будет большинство французских городов. Подожди, у американцев 5 городов, да? О, инженер. Открыл как раз, взял. Так. Где тут Америка? У американцев 5 городов, 2 обращено. Нормально. Подрыв плотины, уровень побега. Ракетостроение, губернатор. На 75% снижает влияние других религий в этом городе. А этих мы прокачаем на треть. То есть этим я плывут в Египет обращать. Стройные силы. Мразились предложения. Стройные силы. Да, вот тут, конечно, затык внезапный. Блин, и тут неудачное расположение. Так, вот меня волнует только Англия вот эта. Ее обратить и все. Ну и Египет останется. С Египтом, конечно, проблема. Может, Египту дружбу предложить? В смысле, я нашел Занзибар, почему? Я давно его нашел. Просто не отправлял туда ничего. Ну, видимо, ты все-таки первый Занзибар нашел. Я не знаю, как это считается. О, Кумаси. Значит, так, обращаем Марсель. Все, эта Франция тоже обращена в иудаизм. Тебе эта гранада вообще не нужна. Мне нужна. А ты мне ее вечно отбираешь. Я так не успел только косаров построить. Франция, шпиончиков посылаешь? Уже нет. Он пойман. Покупать районы в Оттаве. Пригород, например, да, купить? Видно. Нет, ну давайте Нант все равно обратим на всякий случай.
Нейтрализовать губернатора. Плотина. Где-нибудь плотина у него есть? Блин, нету нигде. Ладно, нейтрализуем губернатора в Ракидете. Бразилец, британец, есть самолеты? Я еще до них даже не дошел. Хорошо, бразилец. Скоро будет, но у меня нефти нету. Нефть, нефть, нефть. Я знаю, где найти нефть. А уран у тебя есть? Да, мне Египет отсыпал. Египет отсыпал урана? Да вы темпоищи. Нормально. Подожди, а не тот ли Египет, на котором мы вроде как надо нападать? Ну, да, он. У нас есть еще другой Египет в игре. Да, есть. Понял. Нет смысла, да, наверное? Ускорил я тут? Электричество нет. А, он достраивается. Смысл есть всегда. Давайте Египту дружбу кинем. А вдруг примет? Египет принял дружбу. То есть... Мы практически в нескольких шагах от победы? Воу. А зачем Египет дружбу принял? Он же не может мои теперь юниты убивать эти вот. Ну, отлично. Побежали быстрее. Неужели я смогу победить? Француз, может быть, мы это... Религии. Вместе пойдем на Египет? Бразилец. Пошли на Египет. Это кто говорит? Это говорит тебе британец. Блин, почему нифига нет? Вот почему нет урана? Это кто? Конги. Быстренько найди Конги. Я нашел его. Единственный, кто может остановить Египет. Я нашел его в Балтиморе. Все-таки американец, мы с тобой не подружимся, видимо, в этой игре. Да, Балтимор тебе будет заходить очень сложно, я бы сказал. У меня самолеты. И че? И что? Ну, у него 45 дефа. 45, 68, 47. Это тебе надо через всю карту ехать. Так, ребята, уже улетит. Надо собраться и реально рывок сделать. Не осталось. Англия, Бразилия,
США. США следующим ходом становится. Швед, а швед, верни мне шпиона. Египет. Я нашел очень много нефти у американца и уран. Так, давайте с американцем еще дружбу продлим. Хотя он не убивает юниты. Давайте со Швецией продлим. Ну а вдруг так, Конго не будет продлевать, но мне и не надо. Убили первого мужчину в этой игре. Бразилец, будешь встревать сейчас туда? Англия объявила войну. Америки за то, что она с маленькими странами воюет за нефть. Так, сколько у Англии городов? Бразилия, ты будешь сейчас объявлять 4, войну? 5, 6, 7, даже 4 города, да? Раз, он два, три. Вы союз заключили? Британец и бразилец? Да. Сейчас я найду уран. Так, американец дружбу принял. Все, обращаем. Чарльстон. Все, американец обращен. Англичанин практически обращен. Египет и Бразилия остались. Ребята, мы на пороге религиозной победы. И там, походу... Ну, я не знаю, это ошибка Египта просто. Вот ошибка Египта. Да, я вижу. За 20 ходов кровь из носа надо обращать Египет. Это реально, мы реально можем победить. Пофиг на все остальное, что там встроенной силой. Так а смысл мне нападать на Англию или Бразилию в спину, если они не, ну, не в лидерах? То есть разнести Бразилию или Англию? Нет, ты не в лидерах. Но ты не вышел в уран, ты не можешь мне дать уран. Просто отдай ему Балтимору через торговлю и все. А города передавать нельзя. По правилам. Почему? Правила, ну да? Потому. Ну что это просто за передача города такая? Дань. Вот как мы в 14 году в Украине Крым забрали, так же и тут. Балтимор наш. Волеизъявление балтиморского рода. Я не вижу. Вот я бы с радостью или на француза бы напал, но у него я не вижу урана. У городов-государств тоже урана я не вижу. О, реактивный истребитель. 6. Значит, у меня Англию и Бразилию осталось. Вот Плимут я обращаю. Все, Англия обращена. Мамани больше не работает в Женеве. Чё это? Ну и ладно, давайте посадим куда-нибудь в Виннипег. Сколько у бразильцев городов? Раз, два, три, шесть. Значит, четыре надо обратить. Рио, Сан-Паулу и Фор... Ещё один осталось обратить. И идем на Египет.
Все. Вообще надо по пути и Манаус еще на всякий случай. Видите, тут минус идет сейчас. Показывают, что типа будет уходить. Леонора, предложение. И еще одно. Так, у меня тут все за это. Утопает. То есть считать не будем, да? А, ты как-то не предупредил. Я не заметил, что не атаковал. Извини. Можешь убить моих мушкетеров. Они и так умрут. Вот у Египта куча городов, которые... У Египта куча городов. Раз, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, то есть как минимум 5 надо обратить. Вот в чем проблема. Давайте больше апостолов делать, может не хватить. Конкретно сейчас нет. На следующем посмотрим. Ну, по идее, сейчас будет написано, что у меня вообще 89 обращено. Ребят, там Алексей сейчас религии победит. Он со мной дружбу заключил и идет меня обращать последним. Ну и ты ее принял, эту дружбу, конечно. Слышишься? Еще, блин. Он Египет не обратит никогда. У Египта своя религия? Египет, Борис. Одновременно со всеми, Борис. Слушайте, давайте города бразильца полностью обращать. Так, где Лёша? А кто мне не обратился? Стоп. Бразилия, Англия, место его Америка. Конго. А это кто говорит? Конго. Нет, не смог. Он и рядом с водой его тоже нет. Я есть рядом с водой, но что ты захватишь мои морские города, и что? Плыви, я нахожусь на Пангее снизу, на юго-западе. Я самый юго-западный на Пангее, можешь плыть и захватывать. Толку от этого никакого.
Давайте теперь следующего хода считать. Второй был реванш. Ну, тут, блин, хороший. Следующего считаем. Бразилец, а что у тебя как-то? Что? Как у тебя война проходит? Пока мы пассивно. Тут два хода. До вертолетов. Да, ну Конго может там само обратиться. Не знаю. Перебивает некоторые города египетские, я вижу. Ну, да им все равно есть. А что ты толку, ты не успеешь ее развить. Не, в принципе, если ты на меня ее сможешь разнести, своей религии передушить, ну да, нормально. Можешь попробовать. Считаем. Кто-нибудь будет считать? Раз, два, три. Стройной силой. На 75 влияние других религий убирает. Нам фивы надо. Битвы апостолов пошли. Блин, может Конго отправить, там не все города. Это он город поставил специально. Сюда надо плыть. Я не пытаюсь, но сама. Я этот город поставил туда ради алюминия. Thank you.
Ну, Амани, да. Да, Амани. Но он отлетал до этого. И до Амани. Счет или паузу там как в прошлый раз был. Давай еще одну надо возьмем. Лидс, Брайтон, Плимут, Ливерпуль, Манчестер. Давай. А еще раз, два, три. Я не буду сейчас пробовать захватывать, это уже бессмысленно. Так, отлично. В плюс. Душа свели линии. В плюс пошло. Тебе далеко до урана? 4. 5 городов, да? 5 городов уже в религии моей египетские. Блин, мне Конго... Мне не хватает Конго обратить, оказывается, что теперь. Надо возвращаться вот этим юнитом. Банзу Конго обращать. Да. Так сколько городов в итоге здесь? Кого едет Кукла? Бразилию. А Бразилию ты зачем? Он же воюет с ним. Иди ты что ли, да, вдарил? Да. Блин, вот это очень тут неудачно. Давайте его в Катангу отправим. Иван же тоже. А, да, вижу. Красиво. Ну. Я ничего не вижу. Да, без алюминия, конечно, и без вертолетов. Что делать? Не знаю, целой. И без урона. И без урона тоже, да. Просто... Они мне уже мешаются, эти юниты. Так, этот что тут делает? К Диеру идет или к Мишкальцу? Куда-то тут идет. Как я могу сопротивляться? Банзу Конго. Да, ну там, видите, сейчас я буду пробовать. Сейчас Франция, да, забейте, тут уже воевать нет смысла. Египет тут. Почему весело же? Ведет апостолов. Весело-то весело, но надо с лидерами воевать. Лёш, ты все захватил? Считаем. Раз, два, три. Все, Египет уже обрыв. Мне Конго не хватает, блин. Прикиньте. Мне не хватает только Конго. Причем, походу, одного города всего лишь. Да.
Египет просто со мной дружбу зачем-то заключил. Хотя это, ну, настолько понятно, что это нельзя делать. Он единственный, кто был, мог мне мешать. Сейчас, правда, Конго мне может мешать, на самом деле. Я сейчас немножко недообращал Конго. Что меня волнует. Мне как раз Конго может не хватить. А Египет уже обращенным считается. А кто еще не обращен? Получается, только я. Держись. Так, следующим ходом бан за Конго обратится. Это можно было поглядеть. Ну, я на самом деле... Так тут обрадовался, когда Египет внезапно со мной дружбу заключил. Я такой, опа, поехали. Ну, конечно, в конец игры заключаете дружбу, ну блин. Нет, ну, как бы, ничего незаконного, по-моему, нет. Ничего нету, я только не понял, действительно, зачем он это сделал. То есть, тебе предлагают он дружбу. Он меня не заметил просто. Как не заметил? Там зачем? Одно предложение, там просто дружба, там же нету каких-то... Нет, я имею в виду, что он не заметил, что ты религиозно побеждаешь. А я не побеждал вообще, тогда религиозно. Я, по-моему, тогда был обращен только два человека. А, ждал удара от Бразилии и Англии, чтобы я не напал еще при этом. Да. Про счет не забудьте, пожалуйста. Ну... Раз. Все. Религиозная победа, зашибись. Все, я победил? Все? Да. Блин, ну ничего себе. Первая религиозная победа в сетевом. Не, я видел уже. Я, честно говоря, не, просто у меня настолько все было хреново, что я, честно говоря, вообще неожиданно для себя. Ну что ж, прежде чем послушать обсуждение окончания игры с остальными участниками, позвольте мне высказать свое отношение к произошедшему в партии. Конечно, очень неожиданная победа, даже для меня самого оказалась. И я думаю, что это очень не скоро получится повторить. И несмотря на все комментарии людей, я считаю, что Канада, конечно, слабоват из-за своего положения. Давайте просто разбираться. И, по моему мнению, победа получилась здесь при очень уникальном стечении обстоятельств. Конечно, я постарался там набрать религии, я мог бы и получше сыграть, больше религии сделать, но по-хорошему, если бы игроки постарались и были более внимательны, то мне... Победить никто бы не дал. Но тут сложилось несколько факторов. Во-первых, я появился на реальном отшибе. То есть у меня был вообще всего лишь один сосед. И то, который даже не соприкасался со мной границами, который довольно далеко находился, видел мое положение. И захватывать ему меня было абсолютно бестолку вообще никак. Во-вторых, мое такое положение, хреновое развитие, успокоило всех других игроков. Они видели, сколько у меня науки и культуры. Ну да, много веры, но я до поры до времени, в общем-то, религию не распространял, и не было похоже на то, что я могу вообще победить религии. В-третьих, очень важно, что вообще, в принципе, кроме меня, только один человек еще религию основал и особо на нее ставку не делал. Все-таки это намного проще, чем если бы было там хотя бы еще 3-4 религии, и люди, когда я обращаю их города, могли бы без объявления войн своими какими-то миссионерами, или, может, основав инквизицию, могли бы города обращать обратно. Здесь была всего лишь одна противоборствующая со мной религия, которую я обращал в последнюю очередь. Самым, считайте, последним, чтобы именно одним таким молниеносным ударом обратить. Ну и последнее, нет, не последнее еще, предпоследнее, рядом оказались очень нужные и хорошие города-государства на веру, особенно важен в этом плане Ереван, который дает возможность выбора промоушена апостолам, и я взял вот это, вера распространяется стройной силой в городах соперников, это без этого верования было бы намного дольше,
распространение религии. И Ереван же мне помог очень быстро очистить от православия, от веры соперника города Египта. И потом обратить их в свою религию. Ну и последнее. К тому моменту, когда я стал всех обращать, сложилась ситуация, что еще один из игроков сильно улетает, надо им заняться. И еще мне так повезло, что это, этим игроком оказался как раз человек, который основал религию. То есть он был озабочен тем, чтобы отбиться войной от тех, кто на него нападает, а не тем, чтобы не дать распространить мою религию. Так как я был его таким опосредованным соседом, то есть я мог ему помешать, он с удовольствием заключил со мной дружбу. А, ну и последнее еще, последнее, Канада. Напоминаю, Канаде нельзя объявить внезапную войну. И из-за этого, например, Конго не смог мне сразу объявить войну, когда у нас с ним дружба закончилась, ему пришлось меня обвинять, и у меня появилось лишних 5 ходов. Все-таки за Канаду можно это использовать. То есть люди, даже если они с вами не в дружбе, они не могут вам сразу объявлять войну, им приходится ждать 5 ходов. Вот вы видите, сколько обстоятельств сложилось в одной партии, чтобы можно было победить религиозно. Я думаю, что после того, как я этот ФФА выложу, игроки еще серьезнее станут следить за теми, кто пытается победить по религии. И в принципе, уникальное стечение обстоятельств действительно позволило мне победить. И я все-таки считаю, что Канада очень странная цивилизация. Мне писали, что фермы в тундре — это имба. Ну блин, ребята, какая это имба? Если фермы в любом другом месте дают намного больше еды, чем фермы в тундре. Где тут имба? Я соглашусь, может быть, что они могут быть получше, чем места за Россию, но в очень редком случае. Потому что, повторю, фермы надо строить. И на клетке, где вы построили ферму, вы больше ничего построить не можете. А на тундровых клетках России вы можете еще что-то построить и добавить какой-то бонус. Кроме того, хорошо, я пропустил этот пантеон на веру от тундры для священных мест. У меня было бы все намного круче, но это опять же упор на веру. Где в моем месте было производство, еда? За веру вы можете максимум покупать религиозных юнитов и военных юнитов. Хорошо, я бы захватил там вот сверху еще какие-то города-государства, но нападать на других людей я не в состоянии, потому что я буду постоянно от них отставать по вере. Извините, по науке, по культуре, этого у меня ничего нету. И даже пускай раскочегариваются постепенно эти фермы в тундре, но они все равно меньше будут давать еды, чем любые другие фермы любых других игроков. То есть вы в постоянном отставании находитесь. Давайте теперь посмотрим статистику общую вообще партии. Вот найдено племенных поселений, вообще всего игроками найдено 41 племенное поселение. Давайте запомним эту цифру, посмотрим, сколько я нашел, потому что у меня ощущение, что я как минимум треть из всех руинок нашел. Ну вот это баг явно по статистике, потому что, скорее всего, здесь учитывается Венгрия, которую быстро вынесли, которая не смогла взять какое-то другое правительство, и поэтому вождество там считалось. Понятно, что предпочтительная форма правления не может быть вождество. Вот очень важно. Видите, основанные религии всего две. Теперь посмотрим конкретно по моей цивилизации. Всего одна война объявлена, ну это когда один француз напал на второго француза, а я был в союзниках. То есть, кстати, это вот демонстрация того, как можно все-таки Канаде объявить внезапную войну. Это если Канада заключила с кем-то союз, и вы объявляете внезапную войну ее союзнику. Имейте это в виду для будущего. Да, найдено 19. Слушайте, я почти половину племенных поселений игры нашел. Да, ну руинок мне здесь действительно много завезло, не спорю. Крупнейший город Монреаль. Помните, на прошлой вкладке было написано, что у Конго тоже 16 горожан, так что вполне смог отъесть все-таки один из городов. Ну и вот, предпочитаемый юнит апостол, 34 апостола. Так что вот можете как-то исходить вот из этой статистики, что для победы религии вам нужно как минимум где-то 34 апостола. Это еще при условии, что у меня в союзниках был очень классный город-государство, необходимое для продвижение апостолов куда надо. В графиках, ну, видно, насколько у меня вера была крута, то есть где-то 270 вход, в то время как у Египта на максимуме где-то 60, наверное, вход было там, 65. Интереснее посмотреть на количество городов, на религиозных городов, где-то вот религиозные города. Вот тут я основал религию,
Тут я обратил свои города, видите, где-то до 8, это примерно мои города. Вот это ступенечками, это были города француза, ближайшие. И вот здесь, вот этот рывок, все остальные для быстрой победы. То есть примерно со 110 хода по, там, сколько, 138 ход. То есть примерно за 28 ходов. Еще очень важно, вы должны понимать, что для победы религии вам не надо обращать все города. Достаточно половины и больше. Но лучше половины. Просто половину городов обратить. Важно это делать одновременно. Если вы будете вот так вот идти волной один за одним, то люди быстро заметят, что, ага, вы уже четырех обратили. И вы даже не успеете до последнего дойти, когда люди начнут как-то сопротивляться этому обращению. Здесь у меня получилось практически одновременно, то есть я француза раньше обратил, а потом практически одновременно Конго, Швецию, США, Англию и Бразилию я обратил примерно в одно время. И как раз в этот момент со мной дружбу заключил Египет, в этот момент я к нему подвел свои оставшиеся религиозные юниты. Успела к этому моменту закончиться дружба с Конго, он только обвинил меня, чтобы через 5 ходов мне войну объявить. И я успел последний город. Кстати, кто не заметил, я Конго вначале обратил, а потом через сколько-то ходов было написано, что он не обращен, потому что он еще один город поставил. Это еще один способ бороться против религиозной победы кого-либо. Если вас обратили, вы смотрите, сколько у вас городов обращено. Если у вас нету своей религии, вы можете еще города поставить, просто чтобы он не побеждал религии. Ну и там пытались во время партии передать игрока, передать города, типа чтобы вот это соотношение необходимых городов изменилось. Это, конечно, правилами запрещено, передача городов. В общем, вот такая партия, я смог воспользоваться своим уникальным шансом, который предоставился мне. И несмотря на все, на все проблемы, которые были с самого начала, несмотря на то, что мне дико нравится это место, я вот честно, после этой партии очень не хочется мне за Канаду когда-либо больше играть. Тем не менее, закончилось все благополучно. Ну а теперь давайте послушаем общение с игроками после окончания партии. Деса, я бы улетел. Было еще пару ходов, да. А мне мультик до сих пор не показывают. То есть вам идет мультик, да, что вы проиграли? Да, да. А француз меня так и не взял. Всем удачи. Всем удачи. Боже, ну я прям... Спасибо за игру. Всем удачи, спасибо. Тебе спасибо. А чё мне мультик не показывают, блин? О, хорошо. Самое... Ну, вообще, проглядели. Виноваты все, наверное, что проглядели просто-напросто. Ну, я считаю, что виноват Египет только, вообще-то. Ну да, вот ну, зачем? Дружбы какие-то, союзы, в конец игры заключаются. Я честно уничтожал апостола. У Египта была своя религия, мне его очень тяжело было бы обратить. Если бы он не заключил дружбу, то я просто прихожу, он убивает мои юниты и все. То есть вот это была проблема. Тут Египет внезапно дружбу заключил и победа. Да. Нормально. Зато вера вон сколько да было. Нифига. Вообще нифига, на 10 человек проиграть религиозно, это... Нет, ну смотри, мой сосед Элеонора Аквитанская, он со мной в союзе, что ему делать, да? Все остальные почему-то со мной спокойно тоже дружбу заключали, без всяких вопросов. Ну вот, Конго, сам по суде, а что ты заключил со мной дружбу? Зачем тебе была дружба? Ну, с другой стороны, ладно, Конго тоже, Конго получает бонусы от религии все-таки. Ей, Конго надо, чтобы была религия. Ну а все остальные, то есть зачем? Я заключал, чтобы ты не помогал Аквитанской. Понятно. Я просто быстро уже быстро. Она меня так и не взяла, я доволен. Готовился к войне и что-то как-то на автомате просто на дружбу принял. Ну, мой косяк. Ладно, я там смотрел, когда у всех было по 200 с лишним науки, у тебя 90. Хоть и вылез. Я уже думал вообще, что ты АФК. Так я именно что я сделал упор на... Ну, я вам честно скажу, это моя первая и последняя игра за Канаду. Это настолько... Ну, блин... Уродское место такое, это просто невозможно. Так вот, по поводу дружбы, Лёша, я же тобой заключил не под конец игры, ты мне кинул дружбу когда там, какой-то ход. Ну она закончилась ходов 5 назад, по-моему, только. Ну да, она закончилась, все остальных то же самое.
Так и Египет со мной дружбу заключил, не знаю, ходов 15 назад, наверное. Интересно, вообще, территория огромная, нет селитры, угля, там одна шахта буквально, медь, этого алюминия, урана нет. Вот это вот, не понимаю я, как спавнятся ресурсы вот эти стратегические. А у Египта все было. У Египта и территория побольше была, конечно. Ну, плюс он захватил. Вот если бы они сделали баланс еще по всем ресурсам, было бы стратегическим, было бы неплохо. Это, наверное, было бы неинтересно. Он, по-моему, игра вышла интересная, да. Да, игра была интересная. Потому что религии победить всегда. Ее точно надо в сериал ФФА отправлять. Да. Несомненно. Не, ну, мне что-то стыдно вот за прови. Я понимаю еще, когда по науке проигрываешь. Но, блин, религиозно на 10 человек. Ну слушай, ну а ты-то что стыдишься? Ты действительно конго, у тебя ты от чужой религии получаешь бонусы. Тебе надо, чтобы у тебя была чья-то религия. Почему все остальные? Меня не пускал только американец. Вот американец мне честно убивал апостолов. И. Вторая Франция, которая, ну, белая. Вот они мне убивали апостолов конкретно. Но у американца мало городов, и мне было достаточно там где-то так сбоку тихонько подкрасться и все-таки три города обратить, и все. У него всего пять городов было. А у француза он мог убивать, пока было принято вот это вот. Потом оно закончилось, и он перестал мочь убивать. Все на это. В общем-то, и дальше было дело техники, уже только приплыть. Мне главное было Египет. Я все думал, блин, как, что мне с Египта взять? Вот бац, Египет дружбу принял. Ну и все. Ну, дальше уже... Англия, Бразилия меня напугали, я на тебя вообще внимания не... Я в поисках урана, там нерв ищу, где уран. Не, ну как Египет не обращал? Ты мне тоже пару, по-моему, апостолов... приговорил там. Ну это так, чисто на море, случайно я их встретил, когда это действовало, эта резолюция. Это... Ну, кстати, вот эта резолюция очень серьезная штука против тех, кто пытается религии победить, потому что тебе не надо ему войну объявлять, но при этом апостолов его и миссионеров ты можешь убивать. И у меня, кстати, это большим удивлением было, когда у меня дружба с человеком, а он мне начинает убивать апостолов. Я такой, Всем спасибо за игру, спокойной ночи. Всем спокойной ночи. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!